Здравствуйте. Собрание. А вы? Все работаем. Все, пошли. Царю небесный, утешитель души истины, и жрец небесный, и вся исполняет сокровища благих, и жизни подателю, приди все веселы и очистены от всяких осквернений. Господи, благослови наше собрание, прибудь с нами. Тебе слава во веки веков. Аминь. Виктор Андреевич попросил заместить его. Нас мало, но мы и без теня же. У кого какие нужды, сестры, братья? Что-то совсем нас сегодня мало. Да? У меня вот трагедия такая. Мама не пускает Ксюшу в храм. Так, видите? А в другой храм какой-нибудь, может быть, пускает? Ни в какой. Ни в какой. Она нас вообще люто ненавидит. Написано, пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, говорит Господь Иисус Христос. А человек препятствует. То есть человек идет уже против воли Господа нашего. Тем более в православный храм бы надо помолиться, сходить любой. Если уж сюда не придет, так туда. Какие события произошли за прошедшую неделю у кого? Какие нужды? О чем можно помолиться, братья и сестры? Откройте души свои, чтобы легче было нам идти. Ибо может много усиленная молитва праведного, праведных людей. У нас многих нету, больные. Старшей сестры даже, где у нас, Татьяна Кузьминична, тоже нету. Болеют. Все болеют. Даже докладчики основные, которые о болящих докладывают, тоже заболели. Ну ничего, пришли, помолились. Сегодня прослушали две проповеди. Тематику я избрал одну, общую. Это были длинные проповеди, ошибся там в конце, потому что идет синхронное репринтное издание, а в репринтных изданиях, это перепечатанные дореволюционные издания, цитаты из Библии идут на церковно-славянском языке. И надо их синхронно смотреть по тексту, и у меня в глазах аж запестрировало, потому что 15 цитат из Библии было в во второй проповеди и в первой 18 цитат. Сбился я с ритмики, поэтому прошу прощения, кого это соблазнило. Вот. Но в целом мысль была передана. Хотел спросить, опять же, традицию такую нам Виктор Андреевич дал. Кто что-нибудь запомнил из прочитанного? Потому что проповеди были одинаковые. Хотя бы первую проповедь, о чем была она? Кто может сказать нам? О покаянии. Покаяние была вторая проповедь. Отчаяние. Первая проповедь была тоже о покаянии, да. Напомню, первая проповедь была о том, что не надо отчаиваться, но при этом не надо быть беспечными. Приводилось много примеров из
из Священного Писания Ветхого и Нового Завета о том, как люди грешили и как они каялись. И отчаиваться ни в коем случае нельзя. До какой бы степени зла ты не дошел, пока ты живой, пока сердце бьется в твое сердце, нельзя отчаиваться. Мне пока у тебя в твоем организме бьется сердце. Значит, вот мне приходилось общаться со старцами, уже лежащими на одре болезни, в частности, Александра Ивановна Чернявская. И вот я прихожу, и такое состояние, не то, что вот у нее такого, ну, как бы незаметно, но некоторые думают, ну, вот я уже старая, люди, а какая от меня польза, говорят люди, какая польза? Ну, понятно, вы молодые, можете бежать, добрые дела какие-то делать, а я-то что могу? И вот руки как-то опускаются, да и мысли подходят, и согрешения, а сатана до самого последнего момента не оставляет человека. Он ему и помыслы, и грехи какие-то старые вспоминаются, и смущает его душу. И мне как-то Господь, я так думаю, на сердце положил сказать следующее. Я говорю, а какая разница, старый ты или молодой, душа-то у тебя одна. Душа, она вечная, тело молодое. Так больше ответственности, сколько мне надо забот, мне надо куда-то бежать, что-то делать. И Господь говорит, кому много дано, с того много и спросится. Я говорю, а вам-то вообще еще проще стало. У вас нет никакой... Вы ходить, если вам Господь скажет, почему ты не ходил, а я не могу ходить. Ну и все, уже спроса нет. Куда-то пойти, тоже не пойдешь. То есть Господь тебя ограничил, и спрос с тебя будет меньше, и ответственности меньше. Покайся в предыдущих своих грехах, как разбойник на кресте. Ну куда он мог пойти-то? Все. Тогда даже не было ни исповеди, ни причастия, не было ни крещения. Там сама жизнь была рядом с ним, висела на кресте. Как протестанты говорят, ну не было же причастия. Сам Христос сам был рядом на кресте. И не надо было никуда ему бежать. Ему достаточно было принести покаяние в своих согрешениях и умереть достойно, именно как принявшего Христа в свое сердце. И вот человек, лежащий на одре болезни, и вот если кто-то из вас будет болеть, а все мы должны пройти через это, не дай Бог, конечно, молодым людям внезапную кончину, но если нас ждет естественный ход нашей жизни через болезнь, через страдания, не надо отчаиваться. Ты лежишь, и ты молись Богу. Я говорю, ваша основная работа сейчас – это молиться за весь мир, молиться за молодых, за всех, кто что-то сейчас делает. И о живых, о умерших. Молитесь. Вот ваш основной труд. Как у разбойника на кресте. Только, а все мы разбойники, если по большому-то счету. Даже если, говорит, в мыслях согрешил, то уже согрешил по-настоящему. Если, говорит, гневался, говорит, напрасно в сердце своем, уже, говорит, человека-убийца. И уже другие грехи перечисляются. Поэтому наши болящие, это прежде всего наши молитвенники. И если мы будем посещать их, будем говорить, что их основная сейчас добродетель, это молитва к Богу о том, чтобы спастись. И еще одна добродетель, это покаяние, о котором мы сегодня слышали. И если кто-то из молодых или из немолодых согрешил, впал в... Не надо вот именно сегодня, ныне день спасения, ныне время благоприятное. Сегодня мы придем ко Христу, принесем свои согрешения пред Ним и утопим их в милосердии, в богатстве Божьем. Потому что сравниваются наши все грехи с искоркой, а милосердие Божие со вселенной, с океаном, вернее, с океаном. С большой пучиной вод. Что такое искорка и океан? Ничто. Искра, так и все наши согрешения. И также наши добродетели, как испачканная одежда. Это все наше. Поэтому не будем уповать на наши дела, что я много сделал, добрых дел, все, ну теперь-то уж надо отдохнуть под старость лет, сколько можно. Даже забудь о своих добрых делах и не отчаивайся во своих грехах. Ну вот кратко первая проповедь. Вторая проповедь была уже о покаянии. То есть покаяние – это процесс изменения человека от грешника к праведному состоянию. И первый пункт покаяния какой? Это осознание греха. Как любят выражаться и протестанты, но здесь они правы. Признать себя грешником. Первый пункт. Признать. Далее идет, признав себя грешником, зацепиться за смирение. Далее надо заняться милосердием и как раз делами
добродетели, после того, как ты уже покаялся, надо заняться. И главнейшим является милость. Милость. Это не просто милостыня, которую мы подаем, но сердечная милость. Потому что часто бывает так. Человек обидел тебя, даже делаем какое-то добро, а в сердце лежит какая-то вражда. Нам не так сказали, нам не так с нами поступили. И от обиды человек уходит и просто не возвращается. Обида. Это вот очень тяжелое состояние. Причем, знаете, говорить об этом легко, да, вот не обижайся. А когда тебя коснулось, я думаю, каждого коснулось из нас. Вот до печенки дошло, как говорится, до естества. И обличили тебя, и бывает, ну кажется, тебе несправедливо обличили. И так обидишься. Прям все. А потом успокоился и думаешь, ну а почему бы и нет? Совершенно правильно. Глубина греха большая, а глубина обличения мы вымеряем. Мы не видим своего падения, поэтому мы не можем. Если бы мы сами себя обличали, то другой бы подошел, мы бы им просто бы так сказали. Да, друг, ты малейшего во мне не сказал того, что я... кем я на самом деле являюсь в своих грехах. Единственное, один святой сказал, его в чем только не обвиняли, он говорит, я, говорит, не виновен в ереси. Вот в этом-то уж я точно не виновен. Вот. Не во всех грехах надо до конца быть. Ересь — это отречение от самого Господа нашего Иисуса Христа, а все остальное человеческое нам свойственно. И дальше говорится в проповеди, один из важных моментов, добродетель ты будешь делать, не забывать священников. Потому что священство, православное священство, святая хиротония, рукоположение, это главнейшее, что есть в церкви. Потому что Господь через священнослужителей подает нам благодать Духа Святого в святых таинствах. Конечно, при наличии собственной добродетельной жизни. При наличии собственной жизни и покаянии перед Иисусом Христом. И вот приводится место из Иакова, 5 глава, 15 стих, о том, что призовут пресвитера в церкви и помолятся над ним, и отпустятся ему грехи, какие он соделал. Цитирую немножечко неточно, можете по тексту посмотреть более детально. Вот такие у нас были, напомню, кратко проповеди. Думаю, что мы вынесем. Сейчас начинается неделя крестопоклонная. Сегодня пели «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и Святое Воскресение Твое славим». Ну, к сожалению, проповеди на крестопоклонную неделю не подготовил, но несение креста, возьми крест Твой и следуй за мной, мы должны помнить. Жизнь каждого человека – это крестоношение. Все обстоятельства нашей жизни, это, которые нам не нравятся, это крест. Некоторые, у кого-то дети плохо себя ведут, взрослые уже выросли, кто-то бесчинствует, обижает своих престарелых родителей. У кого-то какие-то семейные отношения, у кого-то на работе. И это все есть крест. Крест – те обстоятельства, которые нам кажутся трудными, невыносимыми. И мы говорим, Господи, да как нам тяжело. А это и есть Твой крест. Потому что спасение совершается не где-то там, на Луне, там, в другом государстве, а именно здесь и сейчас совершается наше спасение. Ты пошел, тебе встретился человек недоброжелательный. Тебе грубо сказал. Это крест, ты прими к сведению. В транспорте, на работе, везде, где какие-то обстоятельства вокруг нас происходят, вокруг нашей жизни, вокруг нас. Это все наш крест. Отвергнуться надо себя, своего я. Взять крест и следовать за Христом. А вот без третьего ничего невозможно. Потому что многие могут взять крест, тяжело, плачут, а за Христом-то не идут. Некоторые даже умиляются своим крестоношением, умиляются своими многогрешностью своей. Есть такое даже явление. Все плачут, я грешный. Но если ты признаешь себя грешником, ты приди к врачу душ, ко Христу, к Целителю. И Он очистит тебя от греха. И тогда ты будешь уже по заповеди апостола Павла, радуйтесь, он говорит, радуйтесь. Не просто радуйтесь, там, пляшите в непокаянности своей. А радуйтесь, покаявшись, радуйтесь в том, что есть такая возможность. Есть такая партия, Господь, которую создал Господь Иисус Христос. Это Церковь Христова, через которую можно прийти в Царствие Небесное. Вот такое на крестопоклонную неделю вам краткое слово. Но побудил я вас все-таки рассказать о каких-то своих нуждах. Есть еще что-то у вас на сердце? Потому что Церковь Божия помолится, давай... Mm-hmm.
Я на прошлой неделе вставала и просила вас от имени Натальи Приходько помолиться об отце Дмитрии. Сейчас хочу рассказать, какие итоги нашей молитвы. У них, значит, было голосование, но я не поняла, голосование церковно-приходского совета или всего прихода. За какого священника проголосуют? За отца Владимира из Бразилии или за отца Дмитрия, который ныне там? В общем, за отца Владимира проголосовало только 2 человек. Все остальные за отца Дмитрия. Поэтому его сместить не могут, так как в уставе этой общины, этого прихода написано, что без согласия прихода не могут поставить священника, не могут сместить священника. Его оставили. Но через год настоятелем этого храма будет отец, планируется, что отец Владимир, который из Бразилии. Так что, как вот отец Дмитрий дальше, как Бог устроит. Наталья просила молиться о том, чтобы Господь сохранил отца Дмитрия, чтобы ему никакого зла там не причинили, поскольку предполагается, что ему сейчас будут строить козни, чтобы подловить его в чем-то обвинить, чтобы все-таки сместить. Все в руке Божьей. Я так думаю, что подлавливать-то они, конечно, будут, но если Господь не даст ему такого креста, то и они утрутся. Бог креста подлавливали бы. Ученики не вышли. Мария Яковлевна всем поклон передает. Она чувствует себя хорошо. Говорит, 5 раз в день кормит. Молюсь, говорит, все время. Рано встает. Сестра не унывает. Как говорится, болезни подаются нам для исцеления, за грехи, и надо их нести. Как-то не на этой неделе, а возможно на прошлой. И это все не... Есть у нас сайт, а на нем есть аудиозаписи. Конечно, я сейчас предлагаю, что с нового сайта может быть легче скачивать какой-то материал, на старом чего-то нет. Эта работа идет. Материал взяли, есть такой материал, рассказы начитывал Игнатий Тихонович «От тьмы к свету». Я слушал не все, а просто избранно. Скачали на телефон и детям дали послушать. И я зацепился ухом и так и не смог оторваться. Расскажу как раз кратенько рассказ на тему отца Дмитрия. Именно на эту тему сейчас мне вспомнился этот рассказ. Начитывает Игнатий Тихонович. Кто автор, я даже не знаю, какой-то дореволюционный писатель. Кратко так, один священнослужитель, молодой батюшка, отец Андрей, едет на служение в Венский какой-то уезд, город. И такая душа его, сейчас я буду служить. И он смотрит, подъезжает к городу, как к Барнаулу мы подъезжаем, мы видим этот город такой сверху, с высоты. И как же я там буду служить? И сейчас я буду Словом Божие проповедовать, катехизацией заниматься. И они с матушкой, тоже матушка Елена молодая, а в душе что-то такое, я чувствую, что-то у меня боязнь какая-то, не боязнь, а предчувствие, что-то будет такое не очень. Но он говорит, говорит, все с помощью Божией сможем, ведь Христос тоже, говорит, был в искушениях, но победил. И он приезжает и начинает заниматься проповедью. Он становится вторым священником, как раз отец Дмитрий сейчас там, видимо, основной настоятель, а ему поставят старшего. Все равно его не сместят, но вторым священником он, скорее всего, останется. А настоятелем будет другой. Такая ситуация, это нормальное, естественное состояние. И как раз отца, по этому рассказу Андрея, ставят вторым священником. Настоятель такой старый, батюшка. И он начал проповедовать, народ подходит, слушает, прям открыв рот. Ой, как молодец, отец Андрей, такого не было. А тот старый священник, зачем ты это делаешь? Все было по-старому, сейчас ты начни их учить, так они тебя вопросами завалят. Значимость наша упадет, так если не дай Бог, что там я не так отвечу. Ты поэтому без благословения ничего не делай. Это дореволюционная, это не современная ситуация. Не надо проповедовать, зачем? А матушка чем занялась? Кружки какие-то, рукоделия открыла, надо же. Еще чем они там занимаются? Вечером к ней приходят рукоделием заниматься. Да все было по-старому, все было хорошо. Так слушаешь, думаешь, зачем ты вредитель-то такой, а? Делает хорошо, успокойся, старик. Нет, он вредит. Дальше он не остановился. Он поехал к благочинному, старому своему приятелю, сухожилистый такой старик. А что, слушается тебе? Нет. Надо смирить его как-то.
И никак им не удается. Вот все проповедует и проповедует, проповедует и проповедует. И тут наступил момент, когда отец Андрей пошел на поля освящать урожай. Молятся они. И он сказал, вот такая-то, я забыл, как это уже, ну, Марфа, допустим, сестра. Теперь, когда будете убирать, каждый колосок, хотя бы один колосок принесите ей. Она вдова, нет у нее мужа. Принесите ей, чтобы не было ни у кого недостатка, у кого много, чтобы было поменьше, а у кого нет, стало побольше, чтобы... И тут батюшка услышал, так он же коммунизм проповедует, равенство против собственности. Так обрадовалась его душа, вот тут-то я его задену. То есть священнослужитель главный, вместо того, чтобы заниматься именно благовествованием, занимался, как бы уловить его. Вот чем он занимался. И вот тот приезжает к настоятелю и вот говорит ему, благочинному, нашел коммунизм, а тогда это время уже, видимо, были такие брожения. Он к равенству собственности, чтобы богатых не было, были, и все это начинает. А, вот, ну сейчас-то точно. И написает в консисторию, в епископат туда написали. Епископ читает, ну вот такие уважаемые батюшки пишут, какой-то отец Андрея хулиганит, что-то там делает. Что его? Ну ладно, на послушание на месяц в монастырь. И вот он его в монастырь. И батюшка приезжает в монастырь с матушкой, на душе горько ему так. Но это, конечно, не в ГУЛАГ его отправил, я уж слушаю после Солженицына, что просто ему отдельная келья. Но так его душа болит, и матушка с ним расстанется на месяц. Там они такие чувства описываются. Ну ладно, ничего, это, поди с Божьей помощью. И вот он приходит в монастырь, и в монастыре опять за свое. Но не унимается поп. Опять начал проповедовать. И вот наступает время богослужения, и он, братья, и начинает проповедь. Да так вдохновенно, что монахи всегда такие, говорит, ходят, молчаливые. А тут, говорит, подходят и начинают слушать Слово Божье. Что же это такое-то? Это такого не было. Мы привыкли, вот помолился, голубей покормил, правила совершил, да и спать лег. Все хорошо, а тут ты душу нашу взбередил. Да зачем мы здесь живем-то? Думаем, что мы святые, ушли от мира. А какие мы святые? Вглубь посмотришь, говорит, одна чернота в душе в нашей. А где свет-то, так и не знаешь. Так ты нас хоть просветил Словом Божьим, мы хоть свет увидели. Как говорится сейчас, свет в конце тоннеля. Такое модное выражение. Так вот, свет увидели. И он проповедует и проповедует. И вот один монах такой опытный, схимонах, приходит ему тайно и говорит. Слушай, говорит. И рассказал всю свою жизнь, бывший военный, с сестрой ссорились, и он сказал грубый, она его там пилила, и он ей грубые слова сказал, она умерла. От грубо сказанного слова человек умер, это тоже имейте в виду. И он настолько расстроился, аж пошел в монастырь, принял схиму, все. И говорит, вот я жил, и все так успокоилось, уже, по-моему, 17 лет живу, все у меня умиротворилось в душе, и когда ты мне эту проповедь сказал, я как будто бы и вообще не был здесь. У меня все вскипело, все воспоминания, и я осознал, что какой я падший-то был. И в конечном итоге, ты же мне сказал, что Христос спас, Он простил все согрешения. И говорит, я наконец-то осознал через твою проповедь, что Христос-то ведь меня простил. У меня все успокоилось, но ты взбередил всю мою душу и снова ее успокоил. Но успокоил уже в новом виде. И они все так возрадовались в монастырь. И тут уже... Опять начались доносы, и дошло до епископа. Епископ рассуждает, а епископа здесь делает такого мудрого. Он говорит, вот что такое? Я, говорит, ничего не пойму. Пишут на него и пишут, говорит, вот какой-то он злодей. А все, деталей-то нету. О, фактов каких-то точностей нету. Вот все какое-то обтекаемое. И, говорит, вспомнил, да, а может быть правда, старцы, говорит, относятся к нему с предубеждением. Может быть, правда, не то он делает. Вернее, он делает все то, но им это не нравится. И вспомнил свою молодость. Говорит, да, действительно. И я помню, говорит, в семинаре учился и начал разговаривать с младшими курсами как-то по-свободно. И мне сказали, не смей так разговаривать. Это понебратство. Должна быть строго соблюдаться, субординация. А ты как-то вот по-простому. А где тогда значение священства? Ты же унизишь вот этой понебратством, простотой общения. Ты должен ходить величаво, лишнее слово не сказать. И как меня тогда это... Пойду-ка я сам. Он оделся в простого монаха и пришел вот в этот монастырь. Игорь,
Генерал пришел с верхом мне. Допустил. Очень важный момент. Да, момент. И вот, когда он так рассуждал, приходит генерал и говорит, ну как дела у вас? Он говорит, да говорит, к Андрею, к епископу приходит. Отец Андрей там на послушании, свое дело делает. Приходит генерал, даже, по-моему, губернатор был. Он говорит, ну как дела у вас? Да говорит, у нас все, говорит, нормально, говорит. Ну, говорит, доносы, говорит, постоянно пишут. А вы, говорит, что тут бумаги завалились, бумаги. Да у меня, говорит, тоже, говорит, в церковной линии. Тоже, говорит, не без греха. Ну, понятно. Но есть, говорит, и хорошие, говорит, новости, губернатор. Появился, говорит, какой-то у нас там монах, и не монах ли. Так вот, пришел я, говорит. Так вот, так он сказал. А что он сказал? И он начал объяснять ему, говорит. Вот ты, говорит, ты, говорит, счастливый человек, он говорит. А он, говорит, так, говорит, на меня смотрит, аж в душу заглядывает. И я думаю, счастливый я человек или нет? А вот ты задай себе вопрос о счастье. Если, говорит, ты землепашец, то ты и счастливый, говорит. Ты пришел в свою ветхую избу, все у тебя, и плуг на месте, у тебя и дети, и жена, все у тебя, и амбар. Немного, но твое. И ты счастье в этом имеешь, потому что трудишься на земле. И деды твои трудились, и знаешь, что это дело хорошо. А поставь тебя, землепашца, в богатые чертоги. Не надо тебе работать, все у тебя есть. Балы там, радости. И ты застрадаешь. Не твое это потому что, а твое дело. Вот на месте тебя Бог поставил, на том месте ты и работай. А какой тут коммунизм? Он как раз... А епископ это слушает. И что? И я так ушел, такой вдохновленный. Слушал, говорит, и слушал. И тогда епископ уже, ну все, кто же это такой? А кто, говорит, это такой-то? Да это, говорит, какой-то батюшка, он и не монах, его провинившегося. Его провинился и туда, в этот монастырь заточили. Он говорит, так это же тот и есть, которого я, как говорится, туда и послал. Пойду-ка я, говорит, узнаю. Вообще вот так заинтриговался этот епископ. В конечном итоге взял своего помощника, не помощника, а служку такого, ну, скажем так, слуга, там он немножко по-другому называется, тоже монах. Переоделись в простых монахов и пришли в монастырь. И попали на какую-то службу. Вышел там два дедушки и начали там дребезжать. Думает, да зачем я пришел? А тут еще какие-то пришли крестьяне там раз... И он весь вообще уже говорит... А я, говорит, таюсь, я же епископ, у него епископское такое поднялось. Сейчас бы меня встретили по-человечески, а тут я стою, прячусь, как вор какой-то. И тут как-то все так неправильно. Но в конечном итоге, ладно, скрепил сердце, стоит уже такой грустный. Надо было, говорит, все по рангу сделать. По чину. А я вот такой тайно, ну, вспомнил. Но... Посмотрел на икону и Николы Чудотворца, а это был епископ Мирликийских, и вспомнил, как он тайно приходил и давал золото, и помогал. И тогда его сердце успокоилось и говорит, нет, я все-таки правильно поступаю, что тайно, потому что сам епископ Мирликийский, Николай Чудотворец так поступал, а я-то чем выше его? И тогда он успокоился и уже в смирении стоит, и там крестьяне у него уже не возмущают, там вот это все невежество. А тут эти батюшки, какие диаконы ушли, и выходят и ставят кафедру. Кафедру, и такая тишина. Что такое? А это как раз наступило время проповеди отца Андрея. И отец Андрей вышел и пошел. И смотрит епископу прямо в глаза, а уже не знает, что это епископ, и говорит прямо к нему. А тот смотрит и думает, и уже он уже и то, что он епископ-то, он забыл. Он понял, что он человек, и он поднимает струны его души. Когда он оттуда пришел, вышел из храма, говорит, ну, я уже немножко вольно пересказываю, а что со мной было-то такое? Что это такое? Это же благодать Божия, это моего сердца коснулось. Это что за проповедь-то такое? Необычно, говорит, батюшка. Поговорил с монахом еще с одним, а что это такое? Да, говорит, Бог дал нам, говорит... Про какого-то там провинившегося. А что ты думаешь, что он провинился? Да какой он провинился? Наговорили, говорит, на него какие-то. Это монах уже говорит епископу. Он свидетельские показания собирает. Наговорили, говорит, на него. Оболгали. Если я что, говорит, не видел таких провинившихся. Он либо сам бахвалится, либо от всех сторонится, чтобы никто его не видел, за какой грех он был в монастырь послан. Или даже, говорит, бахвалится этим, что вот такой я герой, а вы тут все...
А этот говорит, какой он грех? Да он не грех, он ангел, а не грешник. Но, говорит, одно, говорит, жалко, что уйдет. Мы как жили здесь... Да не в тишине, говорит, он уже, говорит, даже расстроился в бессмысленном бытии. Я, говорит, понимаю, что, говорит, все у нас хорошо, говорит, хочу добро делать. Да кому сделать добро-то? И голубей покормил, воробьев. И, говорит, больше-то некого, да, не на ком добро-то поделать. И, говорит, уйдет, говорит, этот, и этот батюшка скоро, говорит, закончится у него и питья. Ну ладно. И тут уже переход декораций. Сидит местный диак, не диак, а он даже, наверное, чтец какой-то там, рыбу поймал и разговаривает. Пойду-ка, говорит, я к матушке отца Андрея, принесу-ка ей налима, лучшего налима выбрал. Вот. А ты это, пока уху приготовь, начни уже, скоро, говорит, надо ужинать. И тут видят карета какая-то, карета такая богатая. Ну подожди-ка, ну-ка я останусь. Что это такое? Приходят два монаха к нему и говорят, ну а что, говорит, да пустишь нас переночевать, добрый человек. А кто вы такие? Да мы монахи там из Нижегородской, там, по-моему, губернии. Издалека едем. Ну а что ж ко мне-то? Мы приехали вот там. Ну, нам сказал, в монастыре в таком-то были, нам вот один сказал, что ты хороший человек, называет его. А, ну да. Ну не знаю, хороший, ну ночуйте. Ну и все, пошел рассказывать там. Язык развязал. А они, говорит, все сидят и слушают. А вот батюшка у вас такой, ну есть, да вот его там по зависти, говорит, а может быть действительно его зря, не зря, а он может быть тайно? Да нет, говорит, оболгали, говорит, его. Все, разговорил, все, что подумал. А ты куда? Да вот принес налима. А что, может быть, ты хочешь, заискиваешь перед священниками? Да нет, я самое лучшее от всего сердца хочу. Так лучше, а значит, он все-таки хороший батюшка? Да, конечно, хороший. Ну и, как говорится, наговорил ему с три короба. Переночевали, да уехали. Он сидит и думает, что-то, говорит, не какие-то необычные монахи. Обычно приходят монахи, да добродетелью свою обычно тщеславятся. Да рассказывают, какие у них монастыри чудотворные, там, либо иконы, либо какие-то что-то необычное у них есть. В конечном итоге этот... Это что-то не так. И где-то я его видел. Да что ж ты его видел? И там жена ему говорит, все тебе, всех ты подозреваешь во всем. Какой-то ты вот подозрительный у меня. Ну, в конечном итоге вызвал его местный настоятель, этот, который гнал отца Андрея, и помочь ему какую-то там, не отпеть ли, какую-то требу совершить. И поехали они. И он заходит к нему в дом, к настоятелю. И видит портрет. Посмотрел на портрет. Так это же монах тот, который был у меня, точно, вот, а это епископ. И он аж до, чуть ли до речи не потерял. А к епископам относились до революции-то, наверное, побольше, чем современным епископам. Это были очень значимые люди. И он аж вообще обомлел, что же я там ему наговорил. И приходит домой вообще никакой, сам не свой. Жена, что теперь будет? Я, ты знаешь, что приходил? Да епископ, эх, говорит... Наугощался ты там, съездил на одну требу, и вообще, да как я наугощался? И начинает ему опять, все понятно с тобой. Давай-ка, говорит, я тебе там отвар и прочее, прочее, там в баньку сходи. Говорит, слушай, говорит, сходи-ка ты сама в дом настоятеля и посмотри. И он ее так уж боролись на словах, пойду схожу. И вот она приходит, точно он. Что же теперь будет? А будет следующее дальше, и совсем необычное. Приходит отец Андрей, и опять начались радостные для общины дни. Но матушка изменилась, она была такая бодрая, проповедуя тоже, а стала такая опасливая, подозрительная. Что же с нами будет? Что еще с нами будет? И вдруг на все ее страшные, вот эти чувства... Приходит какой-то пакет. Все. Недаром. Сны снились ей такие страшные сны снились какие-то. Все. И вот пакет. Вот сон в руку. Все точно. Приходит пакет. И толстый пакет из епископата. Все. Теперь нас пошлют вообще в глубинку куда-нибудь. Но я уж думаю, не в ГУЛАГ точно пошлют. Куда я стал послать? А батюшка говорит, ну пошлют теперь. А где? Нам одно дело. Везде будем одно дело делать. Куда бы нас не послали? Куда еще нас посылать-то? Он еще не знал, что такое ГУЛАГ. Поэтому в конечном итоге
открывает, а там документ ему, что такой-то отец Андрей за благочестивую службу награждается скуфьей епископской, и прилагается она ему, и тут достает новую эту скуфеечку, это имеет значение. И он говорит, это что такое, что, говорит, это было? И, говорит, и там автор пишет, если, говорит, даже дом бы, говорит, разрушился бы и сам построился бы, он, говорит, менее бы, говорит, удивился тому, что, говорит, здесь, говорит, произошло с ним. Это, говорит, этого, говорит, не может быть. Но это произошло. В это же самое время приходит на имя благочинного два документа тоже. В одном написано, отца Андрея такого поставить первым священником в селе, вот подзабыл какое село, благовестное какое-то, ну послушайте, если. А священника первого за его нерадение и по старости поставить вторым священником. И второе письмо, отца Андрея такого-то села поставить благочинным, а вас, ну, на покой, то есть... Его сделали первым священником и сразу же благочинным, два приказа. И потом говорится, и дальше читается в конце этого повествования, этого рассказа, читается стихотворение, которое я, к сожалению, вам не процитирую. Хорошее стихотворение, а кратко смысл такой, что даже если ты на грани попадаешь в самые тяжелейшие обстоятельства жизненные, смысл этого стихотворения, и тогда прославь Христа, и Господь тебя выведет на свет. Ну, если не в этой жизни, то точно в будущей. Вот такое стихотворение. Поэтому вот отец Дмитрий, который сейчас претерпевает вот эти скорби в Нью-Йорке, в Граде, в стольном Нью-Йорке, может быть, и с ним будет. Но мы видим уже первое произошло чудо, что община проголосовала за него. Понимаете? То есть вот так же, как и отец Андрей проповедовал, а отец Дмитрий, он как раз трудится и община. А поставят там его первым или вторым, ну, в любом случае, там, видите, закон это более... Именно в части общин другие немножко. Вот. Так что, вот к словам Гали я вам рассказал этот рассказ. Но это только один рассказ, там много полезных. Поэтому заходите на наш сайт, скачивайте и получайтесь. У кого еще какие есть сообщения? Можно я скажу тоже кратко? Ну вот, у нас очень православие любит чем-то хвалиться, все время хвалиться, что Москва это Третий Рим. И самое интересное, то, что там про Третий Рим, как раз это Вавилон, и есть, говорится о том, что Вавилон будет сожжен огнем. Книгу Откровения, когда читаем. Страшное будет дело. Самое интересное, то, что этот Вавилон будет сожжен, а вокруг будут наблюдать люди и вздыхать будут, и говорить, о, какой великий город, там торговцы, там кого только нету, там великие правители были, и все это сгорело. А Вавилон это тот самый град, в котором вот это учение, блудница на звере багряном, на котором написано «Велика тайна». И вот она с чашей этой, вот этого блудодейственного вина. И вот это самое учение блудодейственное, оно как раз оттуда и зачалось. Почему Господь его и ликвидировал, этот Вавилон? Ликвидирует. И так как это все православные очень любят говорить, у нас особенно русские, что это Москва, Третий Рим, Вавилон он же, то значит ей, этой Москве, должно быть сожжено. И все это, ну как бы даже некоторые смеются над этим. У меня Марина ездит все время к тетушке в Москву, у нее большая там квартира, и она, скорее всего, завещевать будет Марине, потому что Марина, она... Ну, такая, ласковая с ней, и тому подобное. Ну, и она ей тетя говорит, а я это все рассказал. И она говорит, а ты же эту квартиру возьмешь, просто продашь и не будешь тут жить. А я хочу, чтобы это как наследие было от меня, память, чтобы ты там жила. А у меня все время сердце за это болит, переживание. То есть она понимает что-то. Совершенно неверующий человек, а уже говорит, вот... И как бы вот это ее сдерживает прямо сейчас, ну, написать. Она, может быть, и написала, не знаю, на нее, как говорится, покрытым раком. Но, однако, вот она все время, и меня не хочет из-за этого видеть она. Я как бы отрицательно влияю на это решение. То есть сразу переехать в Москву и там живите, мол, все есть, что еще вам надо. А дело-то все как интересно подходит. Вот
казалось раньше, враги у нас. Кто может нас, ну, сжечь Москву? Сжечь, представьте, Москву целую. Ясно, что это ядерная бомба. Тут все к одному сходятся, что это атомное оружие будет. Потому что просто так ее разбомбить невозможно. Вспомните, сколько Сталинград захватывали. Полгода бомбили. Еще руины остались. Еще там дома какие-то, дом Павлова, и оттуда стреляли. То есть ясно, что это будет какое-то, как вот Хиросиму. Шварк, и 150 тысяч нету вообще. И вот буквально на этой неделе вот началось, наверное, со вторника, что ли, вот новости. Смотрите, если не смотрите, я расскажу. А Украина решила создать атомную бомбу. Это вообще ни с того, ни с сего вдруг взялись. Наши вот эти соседи, вообще я никогда украинцев и русских не отличал. Ну, были такие, они всегда как-то называли там кацапы. Вот у меня были, они меня кацап называли все время, кацап. Я говорю, что я кацап, если я вообще белорус сам. Я бульбаш тогда, но они не, бульбаши они уважают. А эти, ну, белорусов. А вот кто, москали там еще вот так обзывают они. Это обзывание, это не говори, это не о том, что ты добрый там и живешь в Москве. А у нас их называли хохлы, потому что у них вот такие хохлы, вот такие были у запорожцев. Запорожцы это в основном и создавали вот эту Украину. Украина это Украина, окраина государства российского, защита от набегов татары, действительно татары там лютовали. А с той стороны Запад подкатывал с католиками. Поэтому такую защиту создали те, кто не мирился с несвободой. Это люди бежали от крепостного права. Крепостное право это рабство. Люди убегали и убегали в дальние эти степи. И там создавали свои отряды. И попробуй их там возьми. Потому что они вооруженные. Отряды, все у них есть. Поселки они там свои скрывали хорошо. Таили, и все, они научились хорошо воевать, скакать на лошадях, просторы были необъятные, немцы не смогли захватить, что там говорить о тех временах, не смогли. И вот это вот появилось как бы государственность, не государственность, непонятно, но никогда государства Украины не было. И здесь, вот по разделу этого советского, распада советского этого государства, появилось вот это государство. Казалось бы, оно должно быть самым братским у нас, потому что и там тоже православные. И мы православные, еще Белоруссия. Но получилось полное разделение. И вдруг вот эти братья, как говорится, один восстает на другого. Непонятные вот эти сейчас идут война в Донбассе. Россия поддерживает Донбасс. Эти хотят их все равно покорить. Здесь Крым еще это. Так все переплелось, что вполне возможно, что удар последует оттуда, откуда даже никто не знает и не думает. Как вот мы не думали, что может быть война прямо здесь у нас, прямо на границах. Поэтому я еще призываю вас усилить молитву и за Украину, и за Москву саму, чтобы люди еще могли покаяться. Как вот за ними, как неветяне. Глядишь, у Путина что-то хоть раз где-то хлопнет или у Медведева, и скажут они, ради Господа нашего Иисуса Христа, пока что этого ничего не видно. А Обама как заканчивает свое выступление и... Боже или Господь храни Америку, да. Там заканчивают какой-нибудь Керри, Господь, да. Там храни Америку. У нас же как будто они вот стоят рядом с патриархом и крестятся-то нормально, как дзюдоист. И что только, ну как бы хорошо все у него, ну кроме бороды, бритвы. И хорошо посылают самолеты там в Сирию, как надо, бомбят они. И никогда ни одного слова, никто ни разу из них не сказал Господь. Всегда все мы, вот мы. Ума палата просто у человека. И еще если к нему бы он добавил молитву, это бы все в нужное русло легло. Вот вспомните, сколько он вел там этих свои вот эти вот ответы на вопросы. Как вот у Игната Тихоновича есть эта подборка, так он тоже это любит. Отвечает на вопросы, там, допустим, сколько? 3 часа, потом 4, в этот раз 5 с лишним часов. И там любые вопросы задают. И заметьте, ни одного вопроса религиозного. Ни одного вопроса. Ни одного. Патриарх выступает, вот говорит, это Феодосий, это то, что у нас был, этот Григорий, святитель. И говорит о Христе, живом Христе, придите к живому Христу. Говорит о Писании, говорит, и не цитирует Слово Божие. Никогда, нету цитаты. Сейчас начал говорить о Христе. И даже живой Христос говорит. И никаких мест Писания нету.
не приводит? Почему какое-то только одно направление? Все, вот уперлись в одно рогами и только туда давят. Вот и сейчас этот рассказ, вот это об отце Дмитрии. Если только появился какой-то такой, то же самое и вот это некрещенный поп. Появился, начал говорить этот, ну, священник молодой. И его тут же начинают уже гнобить. Мария Яковлевна называется. Извините. Да? Ну, как написано, не бойся, малое стадо, ибо Отец благоволил вам царство. Услышите о войнах, о землетрясениях, и всему надлежит тому быть, но это еще не конец. Восстанет народ на народ и царство на царство. Вот. Главная наша цель – это Царствие Небесное, спасение души, изменение нашей личности. Игорь, вот сейчас о Карабахе опять там война начинается. Ну сейчас, ну вот еще новости, что Армения и Азербайджан столкнулись на такой, ну, скажем так, самопровозглашенный Нагорный Карабах. Есть такая как бы республика Нагорный Карабах. И вот сейчас идет наступление со стороны Азербайджана на Карабах. И я вчера в интернете смотрел, что там уже много уже крови пролилось, да, военных людей, да, я так понял. То есть началась война, вот такая, где локального Карабах? Значения. Локальная такая. Карабах, вот. И Владимирович Путин сказал прекратить это все дело. Ну, вот такое было заявление. Ну, как это будет, мы не знаем. Видите, мятежность вот эта, как Каин убил Авеля, так оно и вот идет и идет. Потому что предсказано было. Поэтому нас еще должно подвигать к покаянию и благовествованию, чтобы люди, еще, чтобы остаток еще мог спастись. Вот. У кого еще? Вот, наверное, Игнатию Тихоновичу слово, потому что обязательно молчат. Наши с детьми сестры. Болеют? Да, детки у меня что-то приболели, там еще мы ложиться хотим. Молиться? Прошу помолиться. Господи. Да, Акилину, да, там уже по показаниям врача там на коррекцию косоглазия будем ложиться. Угу. Ну это как бы даже не то, что операция, коррекция. То есть там на мышце небольшое будет микро. А перед этим надо, чтобы она была здоровая. А она возьми, да еще и простынь. Ну, там небольшая болезнь, сопли, и мы сейчас ее бережем, чтобы она как-то дотянула. Вот, поэтому просьба помолиться об Акилине и об Агафье. Брат. Раиса Николаевна Блинникова просила помолиться, она заболела тоже, у нее насморк. Всем поклоны к ней. Ну что сказать вам, чеснок вместо Виктора Андреевича, у меня медицинского образования нет. Ешьте чеснок, лук, кто-то его привязывает вот сюда, как ладанку. Чеснок, есть такие технологии. Ну, я занимаюсь строительством, мне без разницы. Я наелся чеснока и как бы. А есть люди, которые офисные работники, да, Наташа? За тетю Таню, допустим, тоже прошу помолиться. Она очень сильно болеет. Она это, в принципе, не афиширует, скрывает, но там все очень серьезно, ее надо сильно-сильно лечить. Таня Капустина. Она не лечится. Помоги, Господи. Ты не видишь, что она уже тает. Вот. Упавите даже. Все. Виктор, этот, Игнатий Тихонович. Говорит, хорошие и плохие известия. Какие первые всегда? Плохие. Вот о чем Игорь говорил, «От тьмы к свету» называется. В советское время трудно было находить то, что сейчас у нас есть. Но Господь как-то благословил меня перелопатить буквально тонны литературы. Советскую классику, дореволюционную, из Гоголя, Паустовского, Лескова и отовсюду, Льва Толстого, найти вот эти рассказы, редкие, хорошие. И сколько было пленок, даже не знаю, это катушки тогда были-то. Ну и распространяли по всей стране, от тьмы к свету. Часть из них стоит как раз на эту часть только, на нашем сайте. Вот видите, один рассказ он услышал и как повлиял. Даже на днях мне от старобрядцев поступило. Вот. Мы были молодые, я девчонкой была, теперь уже взрослые. И мы слушали, где найти эти рассказы. То есть при желании жить с открытым оком, Господь показывает, что много хорошего, что сокрыто, это за пределами Библии святых отцов. В мирской литературе, в советских библиотеках приходилось вот это находить. Притом общедоступная литература, стихотворения, отдельные пленки были. Это удивительно. Тогда вышла книга, «Балавриане» называется, «Житие Варлама и Асафа».
в грузинской версии. Это удивительно. Мы гонялись за этой книгой, где находили там, ну, бывало, 30 экземпляров. Все подметали мы и потом дарили, везде ездили. И самая сильная книга тогда была, появилась внезапно, это Ян Амос Каменский, «Отец мировой педагогики». И он все говорит со ссылками на Священное Писание, глава и стих. Это было просто чудо, редкость была. И мы тоже везде ездили, другие даже республики, где было, узнавали, и все закупали, и опять же дарили. То есть вот так это все распространялось. И поэтому сегодня мы настолько богаты, даже высказать нельзя. И отсюда, когда в Потеряевку поселились, в то время я еще не был чтецом, а занятия-то вели. Вот он говорит Андрею, говорит, а Бог делает так, на это нельзя выучиться. И мы вели занятия, мне пришлось вести тематические. В это приезжало начальство, значит, тема начальства, что оно и как ему относиться. Дорогу вначале там подправлять, дорога. По полтора часа шли занятия, каждое воскресенье. И у одного человека было только, у Игоря Барабаша, магнитофончик, и он на него все это записывал. Ну, видимо, я переворачивал там это, пропуски. Ну, есть, но сохранилось 120. И они с 1 по 6 том в открытым оком и в 9. 120 воскресений. А в году-то 56, а мы были только летом, значит, это растянуто было несколько лет. Ну и люди говорят, читать-то не любят, а послушать бы, послушали. Не могли бы их это озвучить. И мы взяли за это дело сейчас. Каждое утро и вечер по несколько тем этих берем, и 120 роликов будет. Ну, я их обрабатываю, где Слово Божие, жирным курсивом, красным, чтобы было видно где. И вот такое впечатление у меня всегда, будто я никогда не то что не говорил, а и даже не читал этого. Это говорит, что не из головы это все выходило. И такие интересные выводы, и на мировую литературу. Подпись моя, тут больше некому было. Вот это означает, Бог дает. Благодать Божия. И она действует через года и через века. Вот сейчас мы услышали рассказ, которому больше 100 лет назад это было. Поэтому сегодня определять, вот это надо, не надо, это нужно иметь какое-то другое уже откровение. Потому что жизнь показывает, живое оно живет. Из-под ростков выходит. Почти 5000 лет назад, или там 4000 чем-то, фараоновы вскрыли гробницы где-то, и там нашли пшеницу. Она лежала, никому не посадили, она дала всходы. И так и пень, говорит, почувствует влагу и сразу дает ростки. Так и мысль, заложенная Богом где-то. Вот это о том, что хотелось сказать. По-малому, на этой неделе, в четверг, Благовещение. К этому надо маленько приготовиться. Сами почитайте, посмотрите. У нас и где ближайший храм Московской Патриархии, как батюшка говорит, туда и сходите накануне, потому что у нас здесь ничего не будет. В четверг. На следующей неделе будет самое длинное и самое трудное богослужение в году одно. Полный канон Андрея Крицкого в среду на 5-й неделе. Вот сейчас неделя будет 4-я, а потом 5-я. У нас есть некоторые, которых я ни разу не видел на каноне. Тем более у нас считается на 3 ступени. Это сегодня новинка, но придет время, все его примут. В этом я знаю. Приходите, отпроситесь. Игорь, где там Дыбунов? Надо договориться, в какое время. Говорили, с 6 может начать с 5, все равно не успеют. Да, да, с 5. Будет очень длинное. Сразу реши, тогда я дальше скажу. Это на той неделе. Еще на следующей, да? На следующей неделе, в среду, вечером. Ну, это на той неделе. Во сколько? Скажи, я потом продолжу слово. А как договоримся с кем? На той неделе. На следующей неделе. Не на вот этой штуке. Игорь, наверное, перенести на 5, потому что оно будет, может быть, часа 2, и даже кто с работы успеет хотя бы к концу приехать. А то слишком поздно уже будет некоторые. У нас сейчас предстоящая 4-я неделя. Да. А это будет еще на следующей. На следующей. То есть мы еще в воскресенье неделю на той неделе. Да, встретимся, да. Но заранее, скажем так, это будет среда. И это будет 5 часов, да, пока предварительно? Ну, предварительно хотя бы сказать, люди, чтобы знали. И которые никогда не были, я прошу, ну, выберите время, подменитесь на работе или к концу подъезжайте. Потом вы будете, все равно будете жалеть когда-то, когда будете болеть. И Андрей Крицкий старался. Канон Андрея Крицкого можно применить только как аналогия, 50-й псалом. Когда Давид два греха сделал смертных,
И пришел Нафан, обличил, и он принял это дело. И помилуй меня, Боже, это самый популярный псалом. Это самая читаемая часть Библии. Это не Евангелие, а именно 50-й псалом. Самая читаемая во всем мире. И уже не два, не три года, а 3000 лет. Грех выбил. И так у него было. Он очень талантливый был, все. Но где-то не молился. И когда вы изрекали анафему 6-му Вселенскому собору, он сделал подпись туда. И когда до него дошло, потом, что он сделал-то? И вот этот канон он написал. И он выбитый был смертным грехом. Но он ее весь канон поставил на первую ступеньку просительный. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, Боже, для оглашенного. Но из этого состояния-то выйти когда-то надо. Я считаю, его надо в трех вариантах. И так и написано у нас. Второй вариант. Благодарность за те же самые 254 события библейских. Вывести на благодарение. Ну, к примеру, ну, первое, что? Ниневитяне согрешили. Ты послал пророка к ним Иону. И народ понял это. Через 40 дней все закончится. Открыли темницы. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Сегодня те же самые слова. Иону пророка ты послал. И мы знали, что ты милосердный помилуешь. И ты пощадил нас. Как ты добр к нам, Господи. Благодарим тебя, Христе Боже наш. И третья ступень славословия. Мы согрешили, как эти ниневитяне. И посланных прогоняли. Но ты достучался до наших сердец. Как ты дивно велик. Ты живущий... И там, где херувимы и серафимы, аллилуйя, слава тебе. Прими нашу молитву, как песню херувимскую. То есть те же события, но вывести. Почему никто этого не сделал за 1000 лет, 1200 лет? Когда прямо стучится в сердце. Не будем всю жизнь сидеть 5-летним ребенком, мы же растем. Не будешь все время помилуй, помилуй. Помиловал тебя, дальше это что? Дальше благодарение. Благодарение открывает небо для будущих благодеяний. Ну и третье там, поблагодарил и что? А дальше слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Это третья ангельская ступень. Почему православное богослужение так поставлено, чтобы все время возводить нас на третью херувимскую ступень? Придите, кто ни разу не был, вы не пожалеете. Так, события от мирового масштаба к реальным, к местным. Не знали, будет ли нынче вода, наполнит ли пруды, а мы над прудами трудились. И вдруг оказалось, вода идет. Ну а там, где тоннель под низ был, старая дорога-то, мы все прокопали. Главную работу там делал Володя, вот снимает он, и Никита. Это пробить надо было, она, тоннель под низом через дорогу-то. Ну я сказал, вы завешайте, чтобы туда снег не попадал. Они сделали, сразу не засмотрели, начало таять. И это, которое покрывало-то, вмонтировалось, изо льда не вытащишь. Что там делать теперь? Ну как-то все обошлось. И вода стала наполнять этот пруд, первая колохрама-то. И вот как Господь сделал? Мы уже все было сделали. Я пришел и братьям говорю, знаете, вот этот уровень, приборов-то нету, на уровне надо смотреть, где старое, где новое. Уже сделано с таким трудом, этот пень один, 1,5 метра пень, 1,5 метра в диаметре, не в окружности, 1,5 метра. И вот там под землей буквально, он торчит и меняет всю погоду. Ветер пилил вот целый день. Я пришел, осмотрел, давайте помолимся. Надо опустить еще на один штык. Вот этот слив, который вода пойдет. -то. Почему? Потому что уровень показывает, заходит на новую, которую насыпали. А новая она не закрепла, она просто размокнет, как кисель. Как хорошо, что это сделали. Пропала бы вся работа. А теперь поэтому идет. Но дальше тоже не досмотрели. Которая распирает эти щиты. Снег был, она переломила, и все наши запорки упали. Но мороз заморозил, стенки не повалились. Они выправили это. И дальше-то тоже не думали. Вода наполнила озеро настоящее около храма. И зиму-то они работали, убирали там деревни нужные. И весь мусор-то подняла и несет сюда. А где она идет? А длина этого короба у нас была где-то, я не знаю сколько. Это 6, 7, 8, 9. Около 7,5 метров короб. Представьте какой. И ширина его почти 3 метра. А дальше там падает маленький туда, вывели на деревья, чтобы вода не размывала. Где корни-то? А другом не думали. А теперь мусор-то, сучки-то, и оно все забивает там дальше, деревья-то не дают падать ему. Я говорю, батюшка, ну спилить, какой спилить? На полкорба вода идет, меня чуть не замело туда, говорит ты. И они вот эту ночь сегодняшнюю по 1,5 часа дежурили. А три пруда, везде благополучно, самая большая неприятность стала, где купаемся. Никто не ожидал. Вот посередке был слив бетонный. С двух сторон насыпь подняли, а его бетон, это корыто, там оно ниже осталось теперь. А дальше там в конце корыто, где шла вода у них, мы сделали. Ну так,
вымерили примерно на тот уровень, который вода держала, повыше-то. И оказалось, наполовину этого места вода стала проходить под низ, где старый это, насыпь-то была, это, плотина-то, и которая новая была. И под ними, между ними, нашла щель вода. Как она могла найти, когда трактор ходил этот? 17 тонн, кажется, его вес. Это ужас какой. И он давил, все. Не должно было быть. Однако есть батюшка, говорит, и все это подо льдом, и рядом деревья, не пробраться, ничего. Она, а снизу она теперь размывает. В воде только на волосинку пройти, она сделает спалец. Через день на кулак будет. А дальше обвально пошло. И... Ну, там пришли все. И Андрей, и братья его, и там даже Веня был, с это, Янчук. И как-то сумели забить туда что-то, где-то как-то и прекратилось. Они решили сделать спуск там ниже, чтобы лед опустился. Я сказал, вы продолбите на полметра хотя бы. Ну, оно, вода течет на 2 метра-то. И забейте здесь колье, а потом здесь забутите. Забутить надо солома с навозом, и она затянет там щели, ну, будто бы остановили. И сколько они там бились, батюшка все равно не меньше 10 раз мне звонил. Я говорю, я пришел тут молиться, надо душа, я только думаю, прорвет, не прорвет. На молитвы-то. Как Иван Грозный, как полуслужбу молился, а другой храм строил, говорит, на Воробьевых горах. Это вот потеряевские дела. Помолитесь. Дорогу пока не размыло. Мы боялись, трубу забьет, вода хлынет тогда и смоет дорогу, часть дороги. Пока все нормально. Потерь никаких нет. Но всех подняли на ноги. Теперь чуть-чуть оглухонемых, которые ушли. Валя болеет, Янчук, очень сильно. Какое-то, что-то у ней там такое. Ну, они, которые пошли, я сказал, они ничего не выиграли, пошли. Ну, утром они служба, а у нас тут все записано. Записано, и руками маячит, это большая разница. Многие, многие слова, половина, они их даже не знают. У нас все это записано крупным шрифтом. И когда мы были вечером, стоит там Олег, еще одна, кажется, была Нина. Ни одного человека рядом, конечно, нету, никто ничего не переводит. А у нас утром, вечером, и свои сурдопереводчики, вот она сидит одна, вот она, жена глухонемого, и Игорь переводит хорошо. И все это написано, да еще от руки пишут. Ни в какое сравнение, обиход, никак. Он стоит за всю службу, ни одного слова, никого рядом-то нет, он глухонемой. Я почему иногда захожу? Ходить-то не надо, но я захожу, как староста обязан, глянуть. У нас одна глухонемая, вот она, Татьяна, Тамара. Маячит кто-то или нет? Вот на днях никого не было, Надежда Васильевна, она быстро пишет, учительница. Она не успевает ей написать, главную мысль дает, она очень умная, она считать может. Так что о глухонемых помолитесь, чтобы они не были там сиротами. А там священник... Он там Калистрат или кто? Прокопий. Прокопий. Да. И он это показывает. Но никогда не показать то, что написано. Все приблизительный перевод дается, и часто многое пропускается. Самого высшего класса переводчики всего сказать не могут. Этих слов просто нету. А по буквам передавай, да где-то по буквам передашь, там не успеешь даже за пальцами следить. Так что о них особо помолиться. Это наши люди, которые здесь принимали крещение. Ну вот так оказалось, что они там. Я увидел, они стоят, они покинутые совершенно. А вы были на втором этаже или в нижнем приняли? Когда прощенное воскресенье было. На первом уровне. Они-то в цокольном молятся, они на цокольном этаже молятся. Нет, они были... Ну, на прощенном... я знаю, где молятся, но утром, вечером никто там людям не молится с ними. Вечером. Я про вечер говорю. И прощение, и говорит проповедь здесь митрополит Сергий. И ничего, никого, ни одного человека рядом нету. Я сам это увидел. Утром, может быть, да. И утром оно у них не лучше, чем здесь. Я про канон уже немножко сказал вам. Где-то в понедельник на этой неделе в городской думе города Москвы выступал патриарх Кирилл. И мне сразу пошли, дайте комментарий на эту проповедь. Ну почему я должен давать-то? И правда, комментарий ни одного нигде нету. Но, когда я сказал, гляжу, комментарии дальше пошли. Пришлось садиться слушать, а это было где-то, он, где-то полчаса примерно он говорил. Ни одного божественного слова. Ни одного. Только сказал, у коринфян написано, любите друг друга. А для них любите друг друга, это никакое. Любовь превыше всего. Он говорил о ржавленной трубе, как будто говорит, это сантехник какой-то пришел. Ну, не больше, как домоуправ. И вот крыши, как за рубежом, и он 115 государств стоит, представьте, в форме. К нему такое отношение. У него так поставленный дикторский голос.
Он по сравнению с папой, папа, прости за выражение, но вот я смотрю, у меня голубенок попал, его кошкам отдал силе. Вот как этот голубенок мокрый, лысый, под 80 лет. И наш патриарх рядом с ним-то, он как ангел выглядит-то. Видно. И борода у него, и весь. И, однако, мне, его же знают, это вышел патриарх. Сидит дома, Собянин там, который вместо Лужкова мэр. Ну ты не случайно же попался. Ну скажи им, есть такая книга Святая Библия. Не покайтесь, все так же погибнете. Все взяточники рождаются у вас здесь. У этого была кто самая богатая женщина в России? Батурина Елена. Кто? Жена Лужкова. Миллиардерша. Чуть не по миллионов. 5 каждый день прибыль идет только. И пошел и пенсию дали еще 253 тысячи в месяц. Ну скажи ты об этом-то. Вы же главный грабитель, сидите здесь-то. Ни одного слова. То есть я пришел и уйду, чтобы обо мне хорошо думали, прям сквозит. Я не судить хочу. Хочу сказать, что ну момент отдам. И они смотрят на него не как на меня. Это патриарх. И у него все на месте. И вид его величественный, и одеяние, и голос, дикция у него. Как будто бы он, ну, Сталин курил трубку. У меня такое впечатление, что патриарх курит тоже трубку, но только ладаном набитую. Такой у него бархатный голос, как он говорит и прочее. Я знаю просто, от них и запах особый идет, ладанный. Ну ты скажи ему, чтобы здесь огонь горел. Москва, скажи, на грани гибели. Тронь сердца людей, бросим несколько слов хотя бы. Нет этого, у нас везде все запечатывается. И я подумал, это, ну, говорил, преображающее время, или как там назывался этот ролик-то, ну, да. Это он как раз тут говорит, и совершенно не о божественном, о душе как будто души нету. Зачем он вышел, тоже непонятно. Когда я ответил, как лавину прорвало. Ну, в самом деле, да почему он не говорил? Тебе не надо думать, что они примут, не примут. Ты должен сказать. Когда я писал статьи, много печатался, мне редакторы говорят, а тот не пройдет. Я говорю, зачем вы решаете за читателей? Вы напечатаете. Когда напечатали, там буквально фурор. Говорят, звонками завалили люди. Почему раньше об этом не говорили? Надо Богу довериться. Самое неприемлемое, горькое, люди начнут понимать. Чтобы слово было приправлено солью написано, не просто по головке погладить. Это у меня что на неделе было. Игорь, когда эти темы сейчас я прорабатываю, и одна тема как раз о тебе идет. Сказать? Я на занятиях все говорю, кто сидит. Вот сидит такой-то человек, он не делает так-то, вот этот с тем-то. То есть все на открытую говорилось. И все, что говорено, все абсолютно исполнилось. Этот выйдет, этот против вас восстанет. Я прямо сижу и говорю об этом. И теперь-то уже прошло время, там 15 лет, как будто сегодня было сказано это. Когда события случились. Ни одного прокола пока нигде нету. Как я гонял ребятишек, там говорю и показываю прямо отец, вы на гибель его держите на дороге, уберите, ребенок погибает. Понимаете, это трагические страницы, они уже запечатлены были. Однажды я когда в фильме был, участник, и один позвонил. Я гляжу, вы как Распутин. Чем я Распутин? Меня везде за Солженицыным, где приезжаю, похоже. А Распутин, это унизительное. А я скажу, это единственный человек в России был, единственный, не Иоанн Кронштадтский, который сказал царю, что будет, если его убьют. И ты пойдешь на Голгофу, царь, он папа его звал. И что дальше было? Это единственный, Григорий Ефимович говорил, самая оболганная личность за 2000 лет. Масоны там где-то в Базеле были, поставили задачу его осквернить, представить таким, а дальше связь его с Александрой Федоровной, и царя свалить через это. Вот как медведя травит где-то. И так все случилось. Еще в этом не было принесено ни покаяния, ничего. Какого человека загубили? Да, он ушел. Ушел, но сегодня советские говорят, даже коммунисты и все. Как он мог знать это, что случится? Если участвовать никого не будет, там дворян, то ничего не будет. Если будут участвовать дворяне, будет вот то-то. Если меня убьют, а что убьют, это точно. Участники будут из царского дома, весь царский дом сгорит. Все княжны будут расстреляны. Мальчишку этого колоть штыками. То есть все детально было разложено. И так получилось. И самое удивительное, канонизированная Елисавета, родная сестра царицы, она сразу послала благодарственную телеграмму, кому звонить начала, наконец-то убили его. Это было настолько сегодня страшно, когда написано, и когда упадет враг твой, ты пожалей его. Иначе Богу не угодно будет, что ты злорадствуешь. И Бог погубит тебя, и она пошла этим путем.
И она, представьте, название всем, наконец-то нашелся, кто там Юсупов. А сегодня говорят, это английские были там кандидаты. В Англии решили, прислали, и они его убили, отравили и прочее. То есть вот моменты, в которых не было принесено раскаяние. Это все давлеет над нами. Я большие вам новости дал, но по порядку перечислить. Игорь, вот о чем дело. Может, не надо? Ну, смотрите на ваше усмотрение. Речь шла, ты сам мог бы сказать. О чем речь-то идет? О том, что ты кончать хотел второй университет, а я сказал, ты будешь учиться, но только сначала надо тебе память развить на псалтыре. Ты хватил чуть не всю псалтырь наизусть. Я говорю, нет, ты 118-й псалом заучи, тогда будет видно, стоит ли тебе пугать нас вторым образованием. Не надо это. Помнишь это, нет? Да, помню. Да, и там печати поставили, и поставили подписи, там Нафанаил был кто-то. И на эти, я тебе говорю, и ничего из этого не получится. Ты учил до 6, 7, 8 стихов, а в нем 176 стихов в одном псалме. Ты, я тебя проверял, твоя подпись стоит. Это хорошо, что так получилось. Я считал, ну, на душе было весело. И ты дал обещание, что если не заучишь наизусть псалтырь там, 7 стих проучил, 1 забыл. 8 учит, 2 забыл впереди. Ну все, я остановилась на этом. Ты не стал ломать то, что уже раньше сгородил. Я просто поблагодарил Бога, что тебе Бог дал смириться здесь. И вот тебя Бог награждает теперь этой памятью и говорит. Вот мое видение такого было, что тебе это было испытание от кого-то там. Ты решил закончить какой-то еще университет второй. Ну, было. Было. Я говорю, не надо этого. Не надо. Твой талант при тебе. И поэтому проверь себя, а то доиграешься разумом-то. И как будет. И ты не пошел ва-банк уже, а просто отступился, в самом деле не получилось. И я вчера еще помолился за тебя и порадовался, что Бог дал тебе сердце кроткое и смиренное. Во славу Божию. Вот по 118-му псалму, пока Игнатий, вы будете еще говорить, да? Нет, все кончено. По 118-му, да, я с Игнатием Тихоновичем такой спор затеял. Ну, назовем это так, спор, это неправильное слово. У христиан нет споров. Есть. Вот. Что выучу. Просто 117, если получается как, 22 умножить на 6, кто хорошо считает, или на 8? На 8. На 8, да? 118 разделить на 22, сколько это будет? 22 буквы еврейского алфавита, в общем, я хочу это сказать. Вот если 118 разделить на 22, и вот я читал, что когда детей еврейских учат этому алфавиту, они на каждую букву запоминают сколько-то стихов, вот, к сожалению, не могу посчитать. Да, 6. Вот. 6, да? Да, 6. Почти 6, ну 5,5. Ну сейчас мы это быстро сделаем. Вот. И мы посчитаем, сколько это было стихов, разделить на 22, равно. О, ну, может, в общем, примерно 6, да, не точное число. Выучивают дети на каждую букву какое-то количество стихов. И в конечном итоге они заучивают 118-й псалом наизусть. Это дети еврейские так учили. Сейчас не знаю как, но вот раньше вроде бы как так учили. Читал информацию. Ну, я думал, что это, в принципе, я смогу. Но дети есть дети, память, а тот уже не дети, память деревянная. Действительно, получается так, вот смотрите, а Игнат Тихонович, это как вот сейчас в семинаре есть такая Тамара Ивановна Злобина, когда читаешь по-церковно-славянски, она на тебя вот так над тобой сидит, и ты вот читаешь, читаешь, ты, допустим, 20 слов прочитал правильно, одну ошибку, так, все, и она ткнет тебя, и ты уже раз, а это уже все, уже пятерки у тебя не будет, и вот читаешь, ага, вот, и она тебя вот так, так и Игнат Тихонович, я читаю 118-й псалом, а там все слова, это, слово Божие, оно, слово Божие, закон мой, так все это переворачивается, и уже в голове, вроде бы правильно, а я другое слово, действительно, 8 стихов запомнил, 9 читаешь, уже о чем было в первом, и вот так и постоянно, я заучил по восьмеркам, заучил с 9 по там, 16 стих, заучил, начиная первый читать, первый вылетел. Какой-то выпадает. Я вот так заучивал по частям, прям. Я учил, прям боролся, не знаю как. Там. Я заучивал по 8 стихов, заучиваю отдельно. Забываю все остальные, думаю, заучу только вот эти. Потом предыдущие 8. Ага, 16 вспомнил. Учил, 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 все равно что-то выпадает. Хотя бы один стих. А договор-то был, чтобы каждый стих прочитать. И даже если бы я 176.
Вот, тогда бы все равно один бы я забыл. 175. Так, извините, я тут ошибку сделал. Так, 176 стихов, да, у нас? Да, 176. Ну вот, сейчас будет точнее результат, я что-то не то разделил. Ну, пока считай, я скажу. Насколько достоверно жилье святого Геннадия, ставлю пока, считай там. Он говорит, ставил священники только тех диаконы, которые наизусть знали псалтырь. Это что, в житиях Дмитрий Рассоцкий придумал или действительно такой урок? Да сегодня кто это может сделать? Вот у мусульман так, Коран, книга, она поменьше Нового Завета немного. Если кто осужден был на пожизненное что-то, и он мог наизусть выучить, комиссия принимала, и было, кажется, три, сейчас не могу сказать, или пять человек за всю историю, которые наизусть прочитали, их выпустили. Ясное дело, если его выпустили, он пропитан своей священной книгой, и на прежнее он никогда не вернется. В этом заучивании большой смысл. У меня в лагере был один только человек, который 18 псалом без единой ошибки считал. Но самое удивительное, что это был старообрядец. И самое удивительное, что на русском языке, когда у них на русском-то языке совсем бы этого нету. Я могу назвать его даже. Устинов Сергей. Получается 176 разделить на 22 буквы еврейского алфавита, получается по 8. Я вот вспомню, что я по 8 стихов заучивал. Я на каждую букву заучивал, но еврейские дети оказались умнее. Вот. У кого еще есть что-либо сказать? Еще такое объявление. У нас вот, ну, приезжали сестры из Потеряевки, вот дети, у которых здесь живут, разговаривали, вот воскресная школа есть, с детишками занимаются, взрослые занятия есть, а почему вы с молодежью не занимаетесь? И вот я, когда был в Грамалтайске, вот летом, ну, был один из активных участников молодежного клуба, так называемого. Сейчас вообще в Московской патриархии почти, ну, при каждом таком серьезном приходе есть молодежный клуб, они так назвали. Я сейчас коротко расскажу, и какой вывод я после этого сделал. Вот. Ну, и называется, там был остров, здесь у нас есть слово, свет. И вот как-то я на этой волне приехал и посетил еще раз собрание Московской патриархии, там молодежь собирали со всего города на 8 января, и думаю, надо бы нам тоже какой-то клуб сделать. Ну, клуб — это так, грубое название, скорее всего, просто общество. Ну, я подошел к батюшке, говорю, батюшка, давайте мы тоже организуем клуб. И мы назвали такой виртуальный, сделали в интернете молодежный клуб «Сеятель», у нас называется. Если кто не в курсе, у нас есть тоже свой молодежный клуб «Сеятель», но он виртуальный, он зарегистрирован ВКонтакте, страничка «Сеятель», там только для... И у нас молодежь иногда собирается на квартире и занимается. Почему это важно? Потому что здесь у нас проходят взрослые занятия, и ребята сидят, не могут высказаться, ну, или боятся, или не знают. А там у нас есть своя подготовленная программа, где они немножко корявенько, но занимаются священным писанием. Занимаются священным писанием, но мы пока запланировали раз в две недели собираться с ребятами. Кто-то не может собираться, допустим, по воскресеньям, вот, допустим, у Загуляевых, они в среду только могут вечером, вот так. То есть это непосредственно для молодых людей. И поэтому помолитесь о наших молодых людях, чтобы они занимались Словом Божьим. Кратко скажу о программе. А программа следующая. Это чтение идет параллельных мест, синопсис, так называемый, Константин Муха, это, скажем так, ну, в данном случае я бы назвал его моим заместителем в этом плане. И, а в основном он главный, я бы даже так сказал. Потому что без Константина бы ничего бы не получилось. Он ревнитель такой сильный. И он сделал таблицу, синопсис. То есть все четыре Евангелия, они в столбиках события идет библейское. И вот четыре Евангелия, места писаний. И вот детки садятся, ну, я их детками называю. На самом деле это уже молодые взрослые люди. Они собираются, и вот каждый прочитывает место писания, параллельные места писания прочитывают, и на каждое место каждый читает толкование. Кто прочитал толкование, они пересказывают его. Ну и пока все это дело прокрутится, вот время как бы и прошло. Вот. Конечно, все это так тяжело идет, но я думаю, что сейчас, если вот еще месяца два позанимаемся, можно будет уже их выпускать в плавание. Сейчас это все так закрыто, тихонечко, все стесняются. Вот, так что помолитесь, чтобы дети занимались. Вот. Господи, помоги вам. И вот эти занятия, которые здесь вот у нас сейчас ведутся, они тоже в свое время начинались тоже по домам. Они по домам были, а потом уже все сердца расположились, вот мы здесь осели.
И вот, наверное, через какое-то время, может быть, мы, ребята здесь тоже осядут. Но так по времени получается, что совпадают с занятиями. Вот просьба такая помолиться. И вот все, я еще вспомнил, что я хотел сказать. Тут был молодежь, это кружок, значит, в московском при семинарии, в здании семинарии собирали. И был такой круглый стол, где тема такая, значит, миссионерское движение и молодежные клубы. Я пришел на это туда и пообщался, хотя там молодежи, из молодежи были семинаристы, ну и так большое здание наполнилось. И что я услышал? Услышал для себя интересные вещи. Мы-то создаем, мы как бы создавали молодежный клуб, чтобы не отстать от других. Но это так, в моих мыслях, хотя это необходимо действительно, чтобы... А там рассуждают так, понимаете, нам нужны общины. Один выступил, один из руководителей клуба молодежного, я его знаю, не буду называть кто, он выступил, говорит, нам вообще нужны общины. И говорит, к нам приходят в церковь люди, и они тут уходят и приходят. И сейчас они термин такой придумали, сами же придумали, к нему спокойно относятся, захожане. Такое название существует. Захожане. Это не оскорбление, а это внутренний такой оперативный термин. Захожане. То есть люди, которые... Вот приходы есть, которые постоянно ходят в церковь. Там какая уж дисциплина, это отдельный разговор. Но конкретно постоянные члены. Говорит, много захожан. Но говорит, у нас нет общин. И один выступил, отец Александр, говорит, да вы вот молодежные клубы, молодежные клубы. А если бабушка придет к вам в клуб, и что, вы ее выгоните? Нет, говорит, ну, у нас же вроде молодежный клуб. Да вы сами стариками, там уже один священник начал обличать этих молодежных клубов. А если бабушка придет, вы что, не примете, а вы сами стариками станете, и вы придете в какой-нибудь такой клуб, вы скажете, вы не нашего формата, до свидания. Вы... И уже этот представитель молодежного клуба говорит, ну нет, мы всех принимаем. И говорит, по сути дела-то наш молодежный клуб это прообраз общины. У нас общин не хватает, поэтому молодежные клубы мы и создаем. И я сижу и думаю... А на кой нам вообще молодежный клуб? Если для них это только ступенька к общине, ну, чаяние, то у нас просто дополнительное занятие с молодежью, мы так и называем. Общение. Да, общение. Вот в целом. И я так послушал, думаю, то, что Игнатий Тихонович говорил уже десятки лет назад, говорил об общинах, о ведении занятий. Тут уже в открытую обсуждается, что люди не знают Бога. И один говорит... Я крещу только троекратным погружением в воде. Не знаю, как на самом деле один священнослужитель выступает. А если, говорит, ко мне подходят и говорят, а это все среди молодежи, там нету таких батюшек, все это как-то так. И говорит, если ко мне подходят и говорят, крести меня, отче, не погружением, я говорю, это идите к такому-то батюшке. То есть вот ревнуют люди. Есть такое движение, люди заботятся об этом. Но существует такое понятие, что сейчас это крещение пытаются приравнивать, равноспасительно называют, что вода есть, есть, священник есть, есть. Как говорится, словесная формула есть, есть, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ну и все, значит, крещение совершается. Хотя и сами священнослужители между собой уже ведут диспуты, как это разрешается. Не разрешается. Я в Горно-Алтайске был, там тоже эти диспуты ведутся. Ну вот так сейчас. То есть есть о чем помолиться. То есть в Московской Патриархии идет вот такие движения. Движения проповеди, говорят о проповеди. Ну как там уже? Подходит ко мне, один, в этом, на этой неделе обратился ко мне один молодой человек, тоже не буду называть. Мы с ним говорили еще 2 года назад. Я рассказал ему о том, что необходимо заниматься Словом Божьим, читать. А он говорит, да вот это все, вот община Лапкина, все у вас там, как это, протестантизмом пахнет у вас, не православные вроде как вы. Ну я ему сказал, и все, и закончил разговор, мы так в силу определенных обстоятельств регулярно с ним общались, встречались. И вот он мне звонит и говорит, Игорь, я хотел бы с тобой пообщаться. Я говорю, на какую тему? Знаешь, я, говорит... с баптистами общаюсь. Впоследствии окажется, что я так понял, что никакого, не то, что даже с баптистами, а баптист был у него вот здесь. В общем, он хотел уйти в протестантизм за эти 2 года. Я говорю, ничто, неужели, что же, как тебя мотает, а? То ты крайний радикал был православный, я тебе говорил, а тут в протестантизме было, конечно, давай пообщаемся. Сели, пообщались. Взял у меня 2-й книг «Открытым оком».
Второй том «Открытым оком». Противосектантский материал там есть Игнатия Тихоновича. И сейчас занимается этот раб Божий этой книгой. Помолитесь о нем. Имя пока не называю, потому что все, сейчас я не знаю, как это что будет. Чтобы дай Бог ему развитие в этом. И человек действительно, вот видите как. Я посмотрел просто труды. И никогда не стесняйтесь. Я приходил к Луханимем в храм, в Покровский собор. Там они занимают цокольный этаж. Там переводчики, известные для меня люди. И был этот Иоанн, сейчас отец Прокопий. Он священник. По годам не знаю, как там ему. И Анастасия переводчица. Там все у них есть. Но по вечернему богослужению я не знаю. Я подошел к Анастасии и говорю, понимаешь, вот они у нас все по буквам, буква в букву переводится. И еще мы дополнительно переводим то, что мы, допустим, какой-то тропарь специфический, мы не написали его, не успели, или вообще не знаем, как его там, где взять, мы его переводим на руках. Она, да вы что? То есть она так заинтересовалась, что не надо всю службу перелопачивать руками. Представьте, сколько это надо делать. А тут приходится переводчику двойную работу выполнять. Во-первых, он так или иначе переводит не на церковном же славянском языке, а на русском. Вы же сами это понимаете, доносит эту мысль. То есть ему нужно трансформировать этот речь на со славянского на русский, а потом еще с русского на дактилологию. Это дактилология — это пальцы, а жестовую речь. Но это очень сложно. И когда она узнала, что все у нас в списке, она прям вот, давайте пообщаемся, все. Ну, на этом как бы все это закончилось. Потому что я... Ну, просто как-то туда не хожу, нет пути, и все, хотим как-то выйти. То есть она оценила то, что есть у нас. И я пришел к нашим сестрам, говорю, сестры, ну вы хотите там быть, будьте там. Но только сохраняйте то, что у вас есть. Ладно. Помолимся. Пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слова родшую, сущую Богородицу тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия наплеменников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаятся в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог и Иегова. Дух Святый да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия Авва Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение. Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо. Очень интересно было. Почаще. Молодец, Дарья.